Друзья, всем привет! Меня зовут Проха. И сегодня мы будем с вами сравнивать характер звучания двух популярных пар студийных мониторов в условиях, приближенных к реальности. Одиноко бьет гром и шепчут лужи под дождем, когда зонты лишь украшение для тех, кому гулять не в лом. Ты ненавидишь этот дом и свою тень под потолком, когда же будет напряжение? Прекрасные люди тебе вспомнят, меня забудут. Чертова жизнь, прекрасные люди. Чертова жизнь, прекрасные люди тебе не вспомнят, меня забудут. Чертова жизнь, и чертовы люди. Один из них твои вспоминает объятия волн, достаточно боли с другой стороны ожидают такие же двое, как мы. Пошли, рассвет все расскажет о братьях. Разыщите ее контакты,
херово, как никогда. Ей херово, как никогда. Ей херово, как никогда. О методике тестирования читайте в комментариях. Перед записью настройки высоких и низких частот на мониторах были выставлены в положение по умолчанию. На дженелеках переключатели опущены вниз, то есть выключены, а на адамах выставлены в среднее положение. Как видно из этой фотографии, адамы имеют преимущество перед дженелеками за счет более гибких настроек высоких и низких частот, а также за счет возможности подключения через небалансный разъем RCA. Дженелек имеют конструктивное преимущество – встроенную подставку из резины, угол наклона которой можно изменять, а также можно перекрутить ее для расположения мониторов по горизонтали. Более прочный корпус из алюминия и защитные сетки для динамиков также являются несомненными плюсами для дорогой студийной аппаратуры. Но когда по ним начинаешь стучать, такое ощущение, что они сделаны из какого-то камня. И Адам, и Дженелеки имеют регулятор громкости и кнопку включения на передней панели. Различаются мониторы размерами динамиков, расположением фазы инвертора и, конечно же, характером звучания. На этом все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, потому что скоро будут еще подобные ролики. Пока!